Всем привет, ребят. Ну что, мы на английском сервере. У нас сегодня трешачок будет. Буду ролить, как обычно, по 150. Почему буду ролить, расскажу вам сейчас. Я буду выбивать, во-первых, вот эти вот осколочки. Посмотрим, что там у нас получится по прокачке. Скоро у меня будет уже 30. И второе, ну, 30 уровень. И, соответственно, мы сможем открыть. И второе, надо будет красные камешки для получения 20-го прорыва на стрелке. Почему? А все потому, что надо вот эту вот локацию зафармить. В общем, вот так вот. Так, поехали. Что у нас тут сегодня вообще по акциям? Так, кристальный я вам показал. Тут, в принципе, ничего. Пока осколки я показывал, осколки падают на новом испытании смотрителей, то есть я там выбивал их, и мне они падали таким темпом, не знаю, надо будет посмотрим, как, какая периодичность будет этих еженедельных, или они сразу новые будут включать, но в любом случае там максимум 4-5 осколков, и то я даже не думаю, что так получится получить за сезон. В общем, надо будет попотеть над новым героем, посмотрим, или будут они его продавать или нет. Так, ну мы будем играть сегодня вот в такую вот интересную темку. Это у нас будет. Так, ну что там у нас? Сколько нам надо? В принципе, на хрустальный. Нам не надо, наверное, столько там 50 тысяч. Попробуем. Давайте, смысла нет. Что тут у нас? Лазуля есть. Некроса поставили выше, чем Лазуликса. Хотя Лазулик стоит намного дороже. Ну, логики, конечно, я не могу понять. Так, давайте 1050. Потратим. Вот так вот. Поехали, посмотрим, какие шансы. Молотки падают. Ну, честно скажу, я не надеюсь, что тут что-то будет имбово. Сейчас мы быстренько это все заролим. Так, давайте посмотрим. Пират намного круче однозначно. Ну, мне, в принципе, ролить героя смысла нет. У меня все герои есть. Поэтому испытаем свою удачу. Именно здесь новые рулетки с овощами, в надежде выбить овощи. Но овощи здесь не падает, морковник я его называю, честно говоря, такое себе, не особо. А ну интересно, мне вот интересно, нам засчитало уже попытки, по идее да. Ладно, поехали. Башенки, кстати, я уже одни прокачал на максималочку. Вот у меня стрелковые уже максимальный уровень. Жизни у них неплохо. Так, сейчас покажу вам. 120 плюс 204. Вот так вот. Так, а ну-ка, не понял. А, еще и атака плюс 30% выросла. Неплохо. Это интересно. Так. За гарнизоном мы попозже будем определяться. Поехали дальше. Я бы бариком потратил. Ну, как видите, низ первая, выше пока не заскакивали даже. То есть особо надеяться на то, что вы тут выбьете какую-то топовую плюшку, честно скажу, даже не стоит. И не надо заморачиваться. Самая топовая на трату — это пират. Почему, я уже показывал. Там намного круче плюшки падают, и намного приятнее будет в него поиграть. Но опять же, в зависимости от того, какой у вас сервер. Но вот здесь мне понравился больше всего пират на английском сервере. Так, есть у нас уже награда. Сейчас мы заберем, посмотрим, что там у нас. Ну, расходники чисто.
Что у нас за награда? Ну-ка, О, 10 книг. Супер награда. Тут на что-то хорошее даже не стоит ожидать. Хорошо, хоть здесь анимашку более-менее сделали. Так, и то глаза слепит. Ну, как видите, первые, вторые. Ну, максимум, что мы получили, это сумочки с питомцами. Смешно, конечно. Так, предпоследний заходик. Я уже показывал когда-то, когда вышла эта акция. А, нифига себе, ну это было круто. Достали мы хоть чуть-чуть чего-то. Я даже пропустил, быстро так щелкнул. Нифигово. Так, окей. Все-таки достали мы там руки. Сейчас мы посмотрим. Так, ну это понятно. Мне показывает или так. В общем, есть там у меня эмблемки. Ну, как видите, у меня сумма хватает с головой. Такс. С этим мы разобрались. Поехали. Я сейчас быстренько заберу хрустальный. Посмотрим, что там за плюшечки. Здесь мне, по-моему, надо скины накупать и новые скины дособирать. Блин, конечно, нового героя Ема надо собирать, но ничего не поделаешь. Ну, плюшки, не знаю, тут хрустальные, конечно, намного круче, чем на любом сервере. Хотя на китайке, я вам скажу, тоже очень неплохо, но здесь дают огника. Так. Сейчас не знаю, ли у меня места хватит на все. Надеюсь, что хватит. И заодно сейчас прокачаем башенки, посмотрим. Так. Отличненько. Бежали дальше. Заходим. Бум. Вот такие вот, ребятушки, плюшки. А, последние мы забрали. Отлично. Забрать все. Смотрим. Так, что тут у нас? Ну, сундучки, камешки. Все как положено, огник. В общем, все по максимуму. Вот такие вот награды. Еще рунки можно будет восьмерку, думаю, уже даже сделать, потестировать. Ну, хотя смысл ее тестировать, она никакая. Так, с этим мы разобрались. Блин, что-то ошибка выскакивает. Надо все-таки Нокс переустановить. Поехали, докачаем здание. Да, блин. Это больше всего надоедает. Так, ну не знаю, попробуем 40, нет, однозначно не хватит, завтра, наверное, скорее всего, докачаем, ну, 7-й левел уже.
Вот так вот. А седьмой, шестой. Шестой пока что. Это десятый. Надо будет еще забрать 26 всего. А надо нам 30-й. То есть надо еще качать и качать. А, так, хорошо, с этим разобрались. Поехали дальше. Продолжаем трешачок наш. Так, где-то мой стрелок. Она его качаю на новую локацию. Наверное, Сурика следующим. Овощи пока не буду, оставлю на десятке. Посмотрим, что у нас по камням. Скорее всего, мне красных не хватит даже на Асурика на максимум апнуть. К сожалению. Так. 15-й. Да, вряд ли. $700 уже преодолено. Посмотрим. Думаю, все-таки, возможно, гарнизон буду возвращать. Хотя бы зеленых 6 штук надо будет качнуть. Придется немножко силу слить. Но для этого надо будет изначально силу раскачать, чтобы уже 700 планку удержать с гарнизоном. Хватит нам, скорее всего, на Асурика. Красных камней сегодня маловато что-то. Ну, как относительно маловато. Хоть книги красные есть, куда девать. Видите, опять накопилось. 15 тысяч уже. Ну вот так вот стрелок у нас по чуть-чуть и качнулся на максималку. Какие вот у него статы. УСУ. Такой. Вот такая вот сборочка. Пишите в комментах, хотите увидеть. Стрелочка потестируем, покажу. Так. Все есть, ну не знаю, следующего, наверное, скорее всего придется качать Асурика, где-то он у меня в конце алтаря, потому что он нужен на новую локацию. Давайте так сделаем. На максимум, сколько у нас хватит, его прокачаем тоже. Немножко. Ну, где-то до десятки тоже доведем. Такс. Немножко поднялась, немножко тоже. Так, хватит нам. Должно хватить на десятку. Ну, это там, десятка это так, скажем, только начало, все остальное там после 15 там столько ресурсов. Ну, вы, в принципе, только что видели, сколько у меня было ресурсов и как они быстро пропали. Так, отлично. Ну, как раз хватило на десяточку.
даже чуть-чуть больше. Вот так вот, ребят, такой вот видосик прокачки трешечка. Видели, что надо играть, что не надо играть. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.